Вот это я понимаю. Острота 2 и добыча 2. Ну все, паучки, держитесь. Ой. Смотри, что у меня есть, Юля. Смотри, какой зачарованный меч. А я такой же хочу. Почему ты себе сделала? Мне такой не сделал. Ну, я не успел еще. Ну, дай мне меч, я тебе тоже зачарую. Мне не сложно. У меня есть ведро. Да, ведро не зачаровывается. Ведро. Да, нахрен. Каменный меч. Да, каменный меч зачаровывать. Нет, давай железный хотя бы. Вот железный. А ведро зачаруешь? Я тебе сейчас голову, Юля, зачарую. Ведро не зачаровывается, я же тебе рассказывал. Ни хрена себе у тебя меч такой-то получился, слушай. Острота 2, прочность 2, Женя дурак, отдача 1, заговор огня 1. Женя, куда мы такую и собрались? Юля, мы с тобой идем в шахту, чтобы побить тех пауков, которые нас побили пару серий назад. В смысле пауков? Нет, туда нахрен больше не пойду. Юля, для чего я меч-то зачаровывал? Чтобы нам падало больше глаз пауков. Мы их сегодня разрисуем. Я этих пауков в покое не оставлю, пока их не нарисую полностью. Я не могу в покое оставаться, пока мы к этим паукам ходим. У нас теперь зачарованные мечи, полная броня. И этим паукам точно придет сегодня жопа. Че, мы только пауков будем сегодня не разукрашивать? Ну, я не знаю. А ты не забыл про колодец желаний? Так а нахрен нам этот колодец желаний сдался вообще? Мы с тобой уже лаву разукрасили. Так мы хотели разукрасить мечи, лук, еще там что-нибудь. Да, ведро твое зачарованное. Ведро. Мы одно ведро уже разукрасили. Ладно, Юль, давай, короче, вначале мы разберемся с пауками, а потом разберемся с твоим мечами и с луком. Мы как раз в шахте, можно добыть железо, сделать кучу мечей. Да, еще с пауков падает куча паутины, и мы сможем сделать луки, но все это потом. Вначале нам нужно убить всех пауков. Нет. Да. Он напал на меня, это маленькая гадость, уже меня бьет. Юля, помогай, мне меня бьет маленькая гадость. У меня есть глаз. Гадость, да бей его, бей его, бей его, бей ой, его, даже что же он не умер? Все, еще один глаз. Джей, так у меня с предыдущей серии еще эти глаза остались, вон. Юля, спасибо большое за глазики, но ты как-то это тоже следи за тем, чтобы тебя не убили здесь. Меня кусают со всех сторон. У тебя, по-моему, шапка отвалилась. Ой. Ну капец. Случайно. А, ну паук хп, нормально. У нас 38 глаз пауков, значит нам нужно еще как... Юля, я не знаю, как так... На тебе, гадость позорная. Юля, у меня 53 штуки, у тебя там есть или нет? У меня просто уже все, сейчас мне жопа придет. У меня 11 и пол хп. А, так все, Юля, скидывай мне глаз, и все, мы сможем разукрасить уже. Ага. Все, супер. Пещерный паук / просто паук. Юля, то есть этот карандаш работает и для обычного паука, и для пещерного. А то есть если ты сейчас покрасишь одного паука, все пауки будут цветными? Нет, мне кажется, что для пещерных пауков... Короче, мне кажется, что нам два раза придется красить пауков. А, то есть нам еще раз туда надо будет возвращаться. Ну, видимо, да. Юля, а как вы разукрашите свои скины? Спрыгните 64 раза в колодец? Не, знаете, я так подумал, я не хочу быть разрисованным, мне не хочется 64 раза умирать. Мне просто Юля за кадром говорила, что она очень хочет, поэтому сегодня мы будем скидывать Юлю 64 раза в колодец. Я такого не говорила. Вы заметили, что колодец из Украины? В смысле? А, я понял. Слава Украине, кстати. Юля, какой рисунок Жеки тебе больше всего понравился? Ну-ка, давай, мне даже интересно. О, ну конечно же, это верста. Не, ну давай честно. Мне больше всего нравится олень. Серьезно? Да. Не, ну это сейчас ты типа по рофлу говоришь, а скажи на самом деле. Мне нравится олень, он такой смешной, он поднимает мне настроение. Следующий нарисованный комментарий, он мне, кстати, очень нравится. Я тут ради картинок Юли. Понятно, все. Понял, да? Это нормально, то, что Женя хотел колодец спустить на шашлык. Ну, понимаете, я как бы в жизни вегетарианец, а шашлык не ем, а шашлык из колодца, в принципе, неплохо. Ну, камни там пожевать, жареные камни, нормально, по-моему. Я нарисовал ядовитого паука, обычный паук, Юля, остается за тобой. Нет, Женя. Да, Юля, все. Раз, два, три. Шо, гадость, вылезай, поганец. Вот он, Юля, вот он, смотри на него.
Ну так ты посмотри на него, боится, как я его убью! Да ладно, ладно, все, я им. А он грызет меня! Умри! Вонючий! Юля, если ты в этой серии хочешь разукрасить железные мечи, то нам нужно с тобой добыть очень много железа. Ты готова это сделать? А сколько это очень много? Ну, на один меч нужно 2 железа, а нам этих мечей нужно 64 штуки. Ёлочка, ёпарасоте. Так, сейчас я эту ёлочке, холодно зимой. Нам нужно 2 стака железа, а еще желательно алмазы найти, потому что у нас алмазы все закончились. В смысле, а куда ты их все потратил? В смысле, куда я их потратил? Там было много алмазов. А, нет, они не закончились, там просто руда, но мы же хотели разукрасить руду, поэтому мы коллекционируем эту руду, понимаешь? Я думала, ты какую-то там дребедягу себе сделал, как обычно. Обойдем, пожалуй, этого леопарда стороной. Ой, смотри, Капитан Америка. Какая Капитан Америка? Вот. Какая? Я нашел кучу железа, Юль, тут миллион тысяч. Какого капитана? Я железного человека. Так ты копай своего Капитана Америку, а я железного человека вообще, понимаешь? Ты Человека-паука не хочешь собрать? О, Капитан Америка. Ну, офигеть, вот и собирай своего Капитана Америку. Я пошел железного человека искать. Я надеюсь, что мы все-таки не зря сломали наши алмазные кирки. Зато теперь у нас куча железной руды, и осталось только подождать, пока она переплавится. А у тебя, Юля, есть нитки? Есть лазурит, и есть нитки, 64 нитки и 31 нитка. Мы же хотели не только железные мечи разукрасить, но еще и луки. А для луков нужны нитки, поэтому давай гони нитки. Женя, ты что вообще красить-то будешь, лук или меч? Ну, я бы лучше... меч хочу разукрасить. А, значит, ты по простенькому, да, пошел? В смысле по простенькому? Что меч, что лук, мне кажется, одно и то же. Жень, долго мне еще это делать? Ну, мы сделали ровно 64 лука, так что скидывай, пока не закончится. А, сейчас. Все, у меня закончились. Теперь я скидываю оставшиеся. Тык-т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 ык. И последний лук. Юля, готов лук. Держи твой карандашик, вот забирай. Главное, только не урони его в колодец желания, а то мне кажется, он нам не вернется. Я вообще бросил тут, я чуть не умерла. Юля, теперь пошли обратно к нам домой, заберем железо, которое у нас переплавилось, и сделаем мечи. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54. Ой, же, я устала. Давай, давай, Юля, давай, немножко осталось. Хоба. Юль, там, кстати, сзади тебя гости. Ты мне карандашик дашь, пожалуйста, железного меча? А, этот, ой, на. Спасибо. Чпуньк, чпуньк, теперь вот так вот. А меч? Меч каменный, зачарованный железный. Так нам нужно железный. А, блин, он зачарован. Ну ладно, мне кажется, насрать. Кдыщ? Вот так вот, я надеюсь. Только давай мы лаву лучше уберем, а то я боюсь, что мой железный меч сгорит в лаве. У тебя есть какие-то блоки? Я все, а ты? У меня тут какое-то получилось уродство, Юль. Я тоже, кстати. Ну ладно, ладно, не важно. Давай, готово? Раз, два, три. Ну-ка, подожди, ну-ка, дай посмотреть, подожди. О, ничего ты нарисовал. Ну, короче, для тех, кто не шарит, сейчас просто можно я возьму, покажу? Ты-то поняла уже, что это, да? Меч... короля скелета. Нет, это меч короля лича. Он называется... это называется Фростмор. И он жаждет крови. Фростмор. Понимаешь? Ну, я просто когда начал рисовать, понял, что он больше-то похож не на железный меч, а на алмазный. Нормальный меч. Ну, ладно, хорошо. А, лук, подожди. Мне самое интересное, как он стреляет. Что-то с ним не ладно. Подожди, а можно вопрос? Ну, то есть, вы понимаете, да, лук это как бы палка и нитка такая, нитка, она натягивается, да, а у Юли почему-то нитка, баба, ну. То есть, у Юли как бы нитка не вот так вот, а наоборот, вот так. Слушай, ну это хотя бы необычно, я тебе хочу сказать, он так, ну, ты попробуй, это даже, знаешь, ощущается так как-то странно. Чувствуешь, да, как-то странно? Мозг немножко ломается. Во-во-во-во, просто палка вперед поехала.
Давайте быстро рисуйте нам много лайков, много комментариев нарисованных. Точно в цель еще нужно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Пока!